обычная эволюция, переход на правовые директивы. Ведь если бы он сказал, давайте деньги, я вам продам свою правовую машину, никто не ждет, что такое правовая машина, почему фабрикант должен платить деньги? Все было не так. Вам использовал два урока института. Первый, вы знаете, прекрасно, это потери, потому что его машина была защищена от воздействия. Второй, он на самом деле был из первых, будем так аккуратно говорить, кто применил новый метод финансирования, не имел совершенно известный широко распространенный. Вот приходил и говорил, я вам сделаю одну штуку, но третий эффект, который вы получите, вы платите. Понятно, что фактически стал продавать не машину, а услугу. А продавал услугу на части денег. Фактически закрепостил огромную часть британской промышленности, и таким путем произошло внедрение. Институты менялись. Нужно было придумать определенные новые вещи, чтобы так быстро это произошло в стране, которая по тому времени не имела никак не платила институты. Поэтому вернемся и от первой промышленной революции к четвертой. Что же такое происходит экономически? Цифровизация. Я попрошу в качестве свидетеля и эксперта человека, благодаря которому мы говорим о совершенно диджитале. Это не было Сингапурки. Это его книга 1995 года. Где он прямо пишет, что он опирается на теорему Коумса, теорему, за которой в 1992 году, за 3 года до появления термина цифровая экономика, Рональд Коумс получил Нобелевскую премию. Поэтому мне придется сказать несколько слов, и я сделаю это с удовольствием, о теореме Коумса, потому что реально что сделал Коумс? Коумс открыл силы социального кризиса. Вся предшествующая экономическая теория до Рональда Коумса была немножко странной. Представьте себе физику, которая не знает о существовании силы, которая оперирует ситуацией чистого вакуума. Имеет это смысл? Да. Какой? Маргинально. Потому что такое и есть, но в чрезвычайно редкой случае. Вся экономическая наука до Коумса либо интуитивно это предполагало, что синтрия социального существа, либо занималась идиотизмом крайних маргинальных существ. Смотрите, мы современный мир делим экономисты, по крайней мере, развитые страны, это страны качества национальной среды, то есть низкий трансакционных страны, которыми наши, к сожалению, принадлежат страна с некачественными институтами, а на самом деле с институтом захватывающим мир, с высокими силами перемен, с 15-ми. Так вот, я остаюсь утверждать, что мы вступаем в мир, где появляется третья группа стран, со сверхнизкими процессами. Почему и как это происходит? Вот, собственно, в чем смысл теоремы Коумса, выраженной как на языке экономики, так и на языке, я бы сказал, вообще больше. Почему симметрия существует всегда? Потому что мы такие. Потому что мы не слишком умны и плохо координируемся. Не слишком честны, стараемся войти в правила. И к тому же еще не обладаем совершенством воли, и поэтому начинаем новую жизнь каждый раз с первого числа из понедельника, а не всегда. Вот это наличие этих свойств, которые теперь доказаны как свойства общечеловеческие. Это опять-таки две допустимые примеры по поведенческой экономике уже 20 века. За наличие таких свойств как раз и отвечает экономическая теория, которая
там можно, что силы социальной жизни. Вот эта картинка, которую вы видите, она близка с радикальным бизнесом. Потому что это Эрнандо де Сото описал график официальной процедуры оформления собственности на недвижимость в Перу. Это реалистично, как это происходило в данном регистре. Мы можем это описать по любой стране и по любой области. А что получается в итоге? А в итоге пригласили 15-15 тех, вопрос о том, почему одни страны расстрашивают еду. Или не хотят миноваться, потому что, чтобы снизить вот эти силы трения, нужно, как бы сказать, себе выстрелить в ногу. Потому что, во-первых, институты нужно поменять, а ровно в этих институтах люди чувствуют себя руководителями жизни. А во-вторых, часть этих 15-40 метров – это вообще нет дохода этих самых людей. Но на самом деле и широкие группы тоже не хотят миноваться. Нет у них силы для этого. Вообще я все время повторяю, почему мы считаем, что люди хотят миноваться. Главное будет. Миноваться начинается, я могу сказать, что когда там какая-то неисправимость сервис, что-то меняется в своем дизайне, в интерфейсе и прочих, первое, что я испытываю, это раздражение. Я не знаю, как вы. Потому что, ну как, я же уже адаптировался, теперь у меня снова издержки адаптации. Поэтому инновации, строго говоря, не хочет никто. Особенно стоит уже финансовый. Инновация стоит тогда, когда силы, например, глобальной конкуренции, особенно если это наша страна, заставляют это делать. И тогда, да, тогда происходит какое-то движение. Надо сказать, что движение это при положительных транзакционных интересах никогда не позволяет реализоваться идеальному проекту. Никакому. Либеральному, патриотическому, социалистическому. Потому что зазор всегда остается. Силы трения останавливают идеальное течение человеческого плана. Именно поэтому я считаю, что наша великая соотечественница Вернёна Михайловна Алексеева, которую вот мы похоронили в декабре 2018 года, а должен сказать, что ей научились дружить с Людой Алексеевной, вот Люда любила повторять. Все равно можно устроиться более или менее плохо. Я говорю, Людочка, вы придумали, что по-человечески означает тема помощи. Она это означает. При положении финансовых издержек достигается только что в оптимальные результаты. Все равно не будет устроиться по-другому. Поэтому есть проблема. Надо что-то делать с транзакционными издержками. Именно они. Силы трения определяют то, как мы движемся. Я знаю одно большое исследование, которое дало парадоксальный результат. Это исследование транзакционных денег в промышленности США. Доля валового национального продукта, который делали прекрасный историк Билл Моррис, но то есть в будущем рубля, да, который в 12-летии получил его. Смотрите, какая странная штука получилась. Если мы посмотрим, что произошло в самой инновационной экономике мира за 100 лет, да, мы голосами в сложности прогресс. Страна из среднеразвитой, отстающей от Европы, от среднеевропейской страны, превратилась в политирующую страну мира. В 1970 году у нее осталось один соперник, это СССР. Но смотрите, что одновременно происходило. Транзакционные издержки и доля росла. И больше половины всех издержек составляли уже транзакционные издержки. То есть залоги, адвокаты, гарантии и так далее, и так далее, и так далее. Вся аналитика, которая связана с соизмерением деловых отношений. Здесь и прочее, прочее, это все транзакционные. Это все то, что существует благодаря тому, что люди не очень умны, не очень честны и, как бы сказать, редко могут сами соблюдать даже то, что они обещали себе сделать. Поэтому, осмелюсь утверждать, вместе с двумя известными европейскими теоретиками, исследователями цифровой экономики, Лёвик, я делал у нас доклад на экономист
медицинском факультете в сентябре 18 года, вот статья Лерки и Ильку 2016 года, это классика, это то, что лежит в основе Oxford Textbook, который дает обзор статьи по исправлению. Все дело в снижении транзакционного бессилия. Что говорит вчерашний блок-кейси? Что говорит вчерашний блок? Значительно более низкий транзакционный бессилия. Я бы вообще сказал, что цифровая экономика – это экономика сверхнизкий транзакционный бессилия, но с одной поправкой. Если у вас резко снижаются издержки контроля и наблюдения, то это хорошо для тех, кто управляет. А если вы в роли объекта, то у вас могут вырасти издержки защиты вашей собственности, вашей практики, вашей собственности. Поэтому я все равно из этой тенденции буду следовать очень важный вывод. Самая важная точка цифровой экономики – это персональные данные. Это главный вопрос, вокруг которого строится все. Следовательно, в чем основная идея, которую я дальше буду показывать даже на разных институциональных порядках? Кардинальное снижение транзакционных издержек путем изменения института одновременно меняет сами институты и набор. Потому что, ну почему удалось добиться экономических эффектов важно, потому что другие институты. Вот институты в принципе заведуют снижение транзакционных издержек. Хорошие институты заведуют низкие транзакционные издержки. Но при низких транзакционных издержках вы получите более широкий удовольствие. Хорошо это или плохо, а вот это тонкий вопрос. И я буду настаивать на том, что возрастает не только возможности, но и опасность человеческого развития в условиях цифровой экономики. Маленькая ошибка, поскольку я осмелюсь предположить, что не каждый в зале заканчивал Московский университет по кафедре национальной экономики, я покажу три справочных слайда для того, чтобы было понятно, что я имею в виду под институтом. Во-первых, уважаемые дамы и господа, самое удивительное, что правила иногда работают. Они могут соблюдаться. И соблюдаться они могут по одной из двух причин. Всего двух. И то, и вы предполагаете, конечно, не нужно. Но вас двумя разными способами можно приводить к тому, чтобы вы соблюдали правила. Первый способ – это налоговый инспектор, тюремщик, вооруженные силы, валютные контроли и так далее, и так далее. Второй способ – это мнение окружающего сотрудника. Референтный опыт. И других не существует. Какой сильнее, трудно сказать. Иногда сильнее способ вроде бы мягкого принуждения со стороны тех, кто вам руку перестает подавать, если вы неправильно себя ведете. Так вас будет иногда страшнее. Это перекрывает кислород вашему бизнесу и так далее, и так далее. Вот, собственно, благодаря этому мы говорим, что институты – это правила и механизмы принуждения. Сколько правил, причем механизмы могут быть либо с помощью специально обученных населения людей, как это формальные институты, либо неформальные институты, когда к этому вас привлекает человеческие среда. Причем надо сказать, что люди сами иногда определяют спрос, что такое насилие, характер, который вы видите. Это история про то, как европейские путешественники в Китае увидели сначала обычно как такую понятную сцену. Люди на шоке. Грибцы, а на ними стоит сейчас бамбуку или палку, и бьет того, кто неправильно грибит. Потрясения были, когда мы думали, что грибцы собственно, а вот этот человек, он нанят для того, чтобы грибы одновременно и не одновременно. Вот это и есть, собственно, борьба с оппортунистическим поведением. Мы
призываем за каждого иногда насилие над нами для того, чтобы снять вот эту проблему. Проблему обхода правил, нескоординированности, которая может происходить от того, что мы недостаточно все хорошо рассчитали, не готовы сегодня вкладывать и так далее. Теперь, с вашим позволением, почему институты все-таки иногда приходится менять? Реальный пример. 1594 год. Футбольный турнир на Карибских островах. Барбадос имеет шанс занять первое место, но ему нужно выиграть Гренаду с разницей минимум 2 мяча. Правила турнира очень простые. В случае ничьей в основном время назначается дополнительное. Игра на полном времени до первого забитого мяча. Мяч опять дополнительный, засчитывается за 2. Вот три правила, да? Теперь смотрите, что происходит. За 7 минут до конца матча Барбадос, который верно вел со счетом 2-0 и шел на победу, теряет один мяч. Не надо забивать. Скажите, что делает команда Барбадос? Закрывает сама себе. Себе. А что делает 12-я команда? Себе. Я ставил 7 минут. Две команды. Разумных людей. Колотят по своим воротам. Скажите, кто виноват? Правильно. Потому что правило сделано так, что люди могут забивать свои ворота, и поэтому иногда, причем заметьте, когда их планировали, они вроде на вид нормальны. Если бы не возникло вот этой ситуации на последних минутах, тогда и не узнали, что институты платили. Вот примерно то же самое со многими институтами в современном мире. Если бы не сдвиг, связанный, например, с цифровой экономикой, мы не знаем, что это институты плохие, но мы сейчас очень часто начинаем платить по своим банкам. Теперь, а почему институты СМИ тяжело? И почему это целая операция? Снятие самих вещей. Ну давайте мы с вами будем голосовать. Я уберу, а потом открою снова. Вот это самое слайд. Известная нам всем с вами ситуация. Студент А списал у студента Б, а студент С сообщил об этом преподавателю. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь? Скажите, кто осуждает студента А, который списал? Документируйте, пожалуйста. Понял. Я бы сказал, процентов 10. Кто осуждает студента Б, который не дал списать? Ну, я бы сказал, процентов 7. Кто осуждает студента С, который сообщил преподавателю? Вы знаете, я вам сейчас сообщу, я же вы русский. Который сделали маму с полтерой, сдавил Соловьев. А мы теперь сейчас с коллегами из Института национального проекта, вот, моими коллегами по экономическому факультету, повторяем его каждый год в 26 университетах страны. Не хочу говорить результатов, это отдельная песня. Но вот смотрите, что показал этот тест. Да, все осуждают списавшего, но в разной степени. Американцы бурно, а наши нехорошо. Все осуждают доносчиков. Но американские преимущества процесса не правят. А наши жестко. Доносы к ученому институту. Доносы к ученому институту. Это результат тяжелого строительства. По мере сталинской депрессии. Сталин требовал, я об этом Арсений Родинский, вот Бог меня наградил, и друзья, но, к сожалению, рано не так понимают. Основатель мемориала и учитель Арсений Родинский мне рассказывал, что Сталин настаивал, чтобы КПД поднял уровень народной поддержки чисток. Знаете, какому уровню удалось? 5%. Только 5% повестки, что удалось. Почему? Реальный раскол где? В отношении к тому, кто дал списать. Потому что американцы и голландцы вроде бы осуждают, а мы с американцами говорим, хорошо, своему помогу.
Так вот, этому басту. Теперь давайте посмотрим на всю эту штуку с точки зрения института. Таких как право, то есть применение одинаковой нормы в своем чужим. Интеллектуальная собственность вообще не решает. Мы можем смотреть на другие трудности, которые нас возникнут при пределах института. Институт и культура движутся вместе. Культура – это вообще неформальный институт. Это неформальный институт. Поэтому, как я буду дальше рассказывать про национальные ограничения последствий инноваций, связанные с образованием. У институтов есть странные иерархии, которые связаны с тем, какой там документ ваш, а связаны с тем, это очень технический подход, собственно, критерий данного задолго, если вам трудно изменить ведомственные инструкции и легко изменить конституцию, то конституция менее важный документ, чем ведомственные инструкции. Издержки изменения – основа иерархии. Поэтому самым главным и важным оказывается уровень связанный с традиционным институтом, с культурой. И это не отличается. Вот так. Потом пойдет конституционный, политический уровень института. Потом экономический, связанный с конкуренцией и конкуренцией. Наконец, контракт. То, что мы с вами имеем как прямые инструменты.